В 3 часа дня в Десногорске зазвучала современная музыка, и на территорию городского пляжа стала подтягиваться молодежь. По задумке организаторов, каждый из участников должен был найти для себя на празднике занятия по интересам. Дети и взрослые приняли участие в фестивале красок и в аквабитве. У меломанов была возможность оценить выступления диджеев. Десногорцы, увлекающиеся спортом, показали себя в соревнованиях по пляжному волейболу. Живая музыка, тематические конкурсы, игровые состязания и не минуты покоя. Эти условия праздника были четко соблюдены. С Днем молодежи всех поздравил исполняющий обязанности главы города Александр Новиков. Хочу поздравить всех с днем, с замечательным днем молодежи, так как и сам молод еще, и все мы молоды, даже те, которые перевалили за 30, за 40 лет, за 50, потому что все равно, как опыт показывает, душой мы остаемся молоды. Пожелать всем счастья, здоровья, хорошего настроения в этот день. По словам десногорцев, праздник удался. Классно, меня все закидали этими красками. Очень классно, мне еще нравится вообще вот. Я не первый раз принимаю праздник. Фестиваль красок, очень хороший заряд эмоций, все понравилось, спасибо вам большое. Классно, очень все организовано, мне нравится. Вот, и музыка играет, самое главное, День молодежи все-таки. А главное увлечение молодежи, наверное, на данный момент, это музыка. Вот, все здорово, я еще не могу представить, что будет вечером, если сейчас уже так все круто устроено, организовано. Завершился праздник выступлением кавер-группы из Брянска, которая привезла самые лучшие аранжировки и фаер-шоу. Очень хороший день. Мне понравилась организация в общем. Много мероприятий, конкурсов, подарков, призов. Ну, хорошо организовали в этом году. И погода соответствует самому празднику. Такая же лучезарная, как и все здесь. Мне День молодежи очень понравился. Я была волонтером, и я тут с 2:30 нахожусь. Все было очень круто, фаер-шоу классное. Также была аквабитва, тоже было очень весело. Кидались краски, были холи-шоу. Праздник стал хорошей возможностью показать потенциал современной молодежи Атомграда, рассказать, какая она, чем живет, к чему стремится. Молодые люди не просто отдохнули, но и нашли единомышленников и друзей. Многие открыли для себя новые творческие и спортивные увлечения.